Обеспечение единого управления для оказания необходимой медицинской помощи заболевшим коронавирусом. Этой цели служат и больничные комплексы модульного типа. Накануне состоялось открытие в 3 населенных пунктах подобного рода больниц. В городе Сумгаит, в поселке Сарай Пшеронского района, а также в поселке Бельгия, собственно, где мы сейчас и находимся. В общей сложности планировалось построить 10 модульных больниц, 4 из которых уже сданы в эксплуатацию. С сдачей этих больничных объектов количество дополнительных койко-мест в стране достигнет 2000. Каждый из больничных комплексов состоит из 3 корпусов в 100 палат и рассчитан в целом на 200 коек. Медицинские объекты оснащены централизованной системой генерации кислорода. Подаваемый в палаты воздух очищается вентиляционной установкой. А в этом небольшом помещении содержатся запасные баллоны с кислородом. Всего их здесь 100 штук. 4 из 10 больниц частный сектор построит на свои средства. А здесь установлен компрессор, посредством которого очищенный кислород поступает в палаты с пациентами. Первая больница модульного типа была сдана в эксплуатацию в Баку 7 мая. Еще 6 аналогичных больничных комплексов планируется сдать в различных регионах страны. Эльнара Алиева, Сеймур Сахибзаде, CBC.